Эта история началась еще 20 сентября, а вот завершится только после погашения всех задолженностей. В ходе надзора за дорожным движением инспекторами ДПС был остановлен автомобиль Opel Astra. Его водитель, как выяснилось позже, имеет 3 неоплаченных штрафа. Все они за нарушение правил дорожного движения. В отношении указанного лица составлены необходимые процессуальные документы, протоколы об административном правонарушении направлены на рассмотрение мировому судье по месту жительства нарушителя. А вот другой нарушитель передвигался на своем автомобиле в качестве пассажира. Задолженность у автовладельца солидная. Неоплачено 49 административных штрафов. В результате на мужчину составили и передали на рассмотрение 49 протоколов. Санкциями статьи 20.25 КОАП РФ предусматривается административное наказание в виде ареста на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, оплатить штраф, вынесенный в качестве административного наказания, каждый гражданин обязан в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Дарья Боронина, Народные новости.